Блейк, говорит Видли, как ситуация? Не совсем хорошо. Что ты видишь? Я ни хрена не вижу в этом шторме. Ты нашел что-нибудь? Сломался твой передатчик, а все остальное не имеет значения. Что ты имеешь в виду? Полковник, база исчезла. Это напоминает мне повреждение от мощного взрыва. Обнаружить улики здесь, словно искать иголку в стоге сена. Понятно. Проведи разведку местности, чтобы найти нить, которая может привести нас к разгадке. Вертолет нужно вернуть на базу в течение часа, так как видимость постепенно ухудшается. Хорошо, я свяжусь с тобой, когда что-нибудь узнаю. Роджер, я пока проверю сектор 40. Блейк, помни о том, что там сейчас 40 градусов мороза и может остаться некоторое количество взрывчатки. Держитесь все вместе и как можно быстрее найдите для себя убежище. Понятно. Конец связи.
слышишь? Конец связи. Мне нужна помощь. Ты меня слышишь? Конец связи.
Ридли говорит: «Блейк, что ты обнаружил?» «Один труп. Он указывает на то, что все погибли. Похоже, это один труп. И что? На нем есть что-то типа идентификационного ярлыка. Здесь написано что-то похожее на НЛО. Полковник. Полковник. Роджер, я отправляю к тебе вертолет. Возле базы недавно был сброшен контейнер с взрывчаткой. Я хочу, чтобы с ее помощью ты уничтожил все оставшиеся здания». «Понятно. Я свяжусь с тобой, когда все закончу». «Полковник, мы закончили установку взрывчатки. Ожидаем эвакуации. Есть что-то новое?» «Нет. Скоро может начаться буря». «Да, наверное. За последний час я получил несколько подтверждений этого. Я собираюсь собрать всех своих ребят. Когда прилетит вертолет, мы будем поджидать его в условленном месте». «Исключено, капитан. Вы знаете, что вам приказано делать. Вы не можете провалить эту миссию. Полковник, я понимаю, но у меня нет другого выбора. Мой отряд попал в неприятельскую ситуацию. И кроме того, если кому-нибудь удалось выжить, я единственный член группы, который еще может передвигаться. Конец связи».